Всем привет, девчонки. Ну, раз у нас такая ситуация, обстановка, вы меня спрашивали про косметику, решила я записать какие-то новинки, которые приобретала недавно, рассказать о новинках, покупках. Вот мой уход, но это не основной, не весь, это самое, что новинки у меня есть, о чем я на канале еще не говорила. А почему я редко снимаю о новинках и покупках? Потому что косметику я покупаю редко, покупаю в основном на Cult Beauty. С ее доставкой в Турцию я не рискую, заказываю на адрес российский, когда я там бываю в России, я привожу сразу много косметики. Не снимаю еще, потому что очень мало просмотров у этих видео. Смысл сидеть мне что-то рассказывать, да, если посмотрит там, блин, 10% со всех подписчиков на канале, это не всем, к сожалению, интересно. Но я подумала, почему бы нет. Девчонки как-то начали спрашивать, когда что косметики. Ой, пардон, будет и я. Думаю, ну надо снять, значит, девчонка. Вот сижу тут на балкончике, греюсь, кофеек попиваю. Вот, и, собственно, расскажу вам сейчас о косметике. Что мне из последних новинок, такого капитального, большого, важного, это вот такой крем, это Belif, корейская косметика. Покупала на сайте турецкой Sephora. Это маленькая упаковка в 25 мл. Супер гидроувлажнение для жирной и комбинированной кожи. Взяла его на лето. Вообще у меня крем уже куплен летний, дневной, но так как у меня не получилось его забрать с России в связи с обстановкой лететь и все прочее, пока что я купила здесь на первые пару месяцев. Все равно я планирую летом поехать в Россию. Ну и короче, на время я его купила. Вот такая здесь консистенция. Он не превращается в воду, такой кремовый продукт. То есть он крем, то есть кремовый, да, он такой же беленький остается. Пахнет какой-то немножко мятой, свежестью. Воду прям такую в руках не превращается, но при этом у него очень легкая консистенция, и она очень сильно питает, увлажняет кожу. Я бы этот крем, он не закупоривает поры, никаких проблем такого плана вообще нет. Я бы его даже посоветовала для комбинированной, может быть, где-то, ну не прям для сухой-сухой, но для молодой такой склонной к сухости кожи, не для взрослой. Да, этот крем тоже может подойти. Я даже, честно говоря, еще до конца, на нем не написано, это дневной крем или ну, там, вечерний по жирности. То есть у меня ощущение, очень хорошо питает, реально классный, но в нем непонятно. Можно его, короче, вечером наносить. Я использую тоник и потом его наношу буквально реально одну, ну, горошинку крема. Очень приятный, мне очень хорошие отзывы. Мне когда-то попадался в каком-то пробнике в Sephora турецкой, я вот решила купить полный размер. Но есть еще большая упаковка, это 25, а есть 50 крем. Так, тоник, сказали, вот такой тоник, я у меня просили рассказать, как, когда им пользоваться буду. Это Cult Beauty, жасминовая вода, ну, хороший тоник. Здесь классный распылитель, он еще такой мелкий, хорошо обволакивает кожу, на лицо распространяется, на лоб, на щеки, там, на Т-зону у меня уходит 3 вот нажатия. Маленькая упаковка, покупала я его на пробу в такой маленькой упаковке. Здесь сколько миллилитров? Всего лишь 60. Вот расход, конечно, быстрый, в тоник его, в спрее, как бы, о чем тут говорить. И, короче говоря, я бы купила полноразмерный. Мне нравится то, что здесь стекло. И, короче, вот эту упаковку я оставлю какую-нибудь водичку летом распшикивать, типа там на пляже. Распылитель классный, сам тоник неплохой, мне понравился. Ни липкости, ни приятных ощущений, ни алкоголя, ничего такого нет. Очень приятная штука. Ну, конечно, стоит он недешево. Но, с другой стороны, расход большой, вот это у меня. Его цена, как бы, качество хорошее, но расход просто бешеный идет. Это я, наверное, за месяц-полтора использовала всю эту практически бутылку. А еще из новинок по умывалкам. Вот такая тоже, это Sephora турецкая. Kale Green Tea. Шпинат, короче. Вот эта фирма Yo to the People. У них еще и кремы есть. Они на Sephora турецкой есть, на сайте можете заказывать. Но, блин, эта умывашка стоит 500 лир, 5000 рублей. Она есть в российской Sephora. Ну, в большой упаковке, это тоже у меня 60 мл, это маленькую я взяла на пробу, подойдет, нет. В Sephora она вот столько стоит, в российской Sephora тоже есть, кстати, в российской Sephora дешевле, посмотрите на сайте у них. И я хочу посмотреть, не, еще не проверяла, может быть, на Cult Beauty есть. Офиген, тоже стекло, офигенная умывалка. Вот, девочки, для сухой кожи тоже подойдет. Расход тоже не маленький идет, потому что, ну, видите, такая жидковатая, не знаю, какая клееобразная такая консистенция у нее. Гель такой. Но она очень хорошо, ощущение, короче, чистоты.
но не до скрипа, а в меру как надо, приятно пахнет и при этом не сушит кожу. Офигенно круто. Вот я все-таки думаю ее повторить. Еще у них тоник есть, наверное, тоник куплю. Если на Cult Beauty нет, то я буду заказывать в российской Sephora, просто потому что она раза в два вроде дешевле, чем на турецком. В Турции еще цена, ну, вообще в 500 лир умывалка. Я не про то, что это дорого для умывалки. Я имею в виду вот эту марку. Она подешевле стоит. Но она, в принципе, сама по себе. Может, она еще, кстати, на iHerb есть что-то такое. Но это я узнала в Инсте, вот этот бренд. Многие их хвалят, и кто покупает, прям годами сидят на вот этом средстве, вот этой марке. Крем еще не пользовалась, не пробовала, как-то не заинтересовал. А вот умывалка и тоник у них хватит. Умывалка просто топчик. На американском YouTube, кстати, тоже это популярно. Дальше из умывалок вот такая у меня Индили. Это Cult Beauty. Ну, она тоже жиденькая, как и вот эта. Хорошая умывалка, чисто умывает, скрипа никакого нет. Ощущение чистоты, прям ухоженности лица, багровое такое лицо, знаете, точнее бархатное. Прям классно, приятное ощущение. Это тоже миниатюрка 30 мл, в большой помпе она есть, тоник у них еще есть. Индили очень крутой бренд, тоже люксовый в плане уходовой косметики. Там у них только уход есть, на Cult Beauty все есть. Там у них есть сеты, можно и умывалку, и тоник вместе купить. Неплохая штука, я повторю вот эту, но потом, может быть, и к вот этой вернусь тоже. Ну, мне понравилось. Вот такую вот, такую миниатюру 30 мл взять с собой в дорогу, вообще классно. Но она тоже льется быстро, не густая консистенция, у нее очень быстрый расход, но пользоваться очень приятно, мне понравилось. Далее, Ordinary. Это у меня ретинол 2%, я им еще до сих пор пользуюсь. Здесь у меня вот где-то вот столечко осталось. Вечерний мой уход. Это из новинок то, что я вам еще не показывала. Ну, такое себе. Я не особо заметила. Вообще, расскажите мне подробно, пожалуйста, в комментариях, кто в курсе. Я читала информацию, смотрела видео на YouTube про, собственно, ретинол, ретиноиды. Ну, короче, я так и не поняла эффекта. Я пока не почувствовала. Либо мне еще рано этим пользоваться, либо у меня не такая катастрофическая какая-то ситуация, чтобы я видела какую-то разницу. Но пользуюсь уже давно, месяца два. Вот использовала больше половины, процентов, наверное, 70 бутылька. И, собственно, как бы вопрос задаю, и что? И ничего. Но одно скажу, что стала им пользоваться реже, потому что мне на жирную даже кожу сушит. Ну, естественно, шелушение там должно быть. Ну, короче, у меня шелушились крылья носа, кожа была более стянутая. Но ничего такого там, аллергии или еще чего-то такого не было. Ну, короче, я не поняла. Мне и однозначно отзыв мой такой, что мне еще рано этим пользоваться, потому что эффекта никакого я не вижу, ничего не понимаю, зачем. Ну, пользовалась чисто, вот, потому что было. Потому что когда-то было куплено. А вот такое у меня масло от Natura Siberica. Свежее кедровое масло ручного отжима. Я вам его в видео показывала. Вот тут не видно. Там только банка темная. У меня где-то вот так еще осталось. Тоже меньше половины. Пользуюсь очень давно, полгода. Использую я его каждый вечер. Расчесываю свои брови. Потому что мне очень сильно пострадали от ламинирования бровей. Вот этой модной укладки. Думаю, девочки, снять видео. Расскажите в комментариях, надо или нет. О подводных камнях этого ламинирования бровей, ресниц и всего прочего, что вы, хочу сказать, можете остаться без волос, без бровей, без ресниц. Все нафиг черт вам выпадет у вас, пока вы будете регулярно такими услугами пользоваться. Это как бы красиво инста модно, но не всегда это, скажем так, и безопасно. Определенный уход нужен за волосами, если вы этим пользуетесь. Ну, химическая завивка, по сути. Вот это масло у меня активно используется. Вот. Я думаю, все-таки снять видео на эту тему про ламинирование бровей, чем оно опасно. И я к тому показываю, что я вот пользуюсь не каждый день, не пропускаю, за бровями ухаживаю, все равно у меня последствия не очень хорошие после такого, таких процедур, стараюсь делать меньше. Так, вот еще, это тоже Cult Beauty, это Dermatology Cosmetic Laboratory. Это типа, ну, не знаю, как это назвать, это миниатюрка, это было в подарок в Cult Beauty Goodie Bag. Я использовала какое-то время, пока вот у меня крем не пришел дневной, как крем утренний. Это довольно-таки липкая штука, можно использовать как sleeping mask на ночь, маску. Очень хорошо питает, но при этом лицо немножко, конечно, липким остается, но это такая... Но она не жирная, эта штука, понимаете? Вот именно питание. И вот этой штуки хватает малепусенькую горошинку, на все лицо разойдется такое. Но оно не жирное. Оно тягучее, вязкое, липкое, но не жирное.
Очень классная штука. Можно купить в полном размере. Как вот ночную маску какую-нибудь использовать. Питание прям, ну реально, кожа очень здорово, классно выглядит. Ну, использовать там раз-два в неделю. Но при этом, хочу отметить, всей этой жирности она не забивает поры, никакие прыщи мне не делала. Хотя у меня кожа жирная. Масло для волос покупала в Гратисе, в России в Ривгошин онлайн точно есть. Нос уже, вот эта фирма Хаска уже год назад, давно пришла в Россию. И все равно прихожу к выводу, что вот это масло для кончиков волос после мытья, оно самое лучшее. Не именно этот цвет, там у них три вида их есть, вроде бы даже четыре. Вообще вот этой фирмы лучшее масло для волос. У меня раньше был Schwarzkopf Well или кто он там, профессиональный, ну так неплохо, это лучше даже. Я купила классное масло на Cult Beauty. Ну, честно скажу, оно очень сильно жирнит волосы, я не стала пользоваться, хотя это очень популярная, крутая марка для волос средств. Вот это и недорого, и доступно, и классно работает. Мне очень нравится, самое главное, волосы не жирнит. Из последнего хочу отметить, я просто раньше-то вам особо не показывала, это у меня уже третья балка в моей жизни. Я уже лет 5-6, больше, наверное, пользуюсь вот этим средством. Это поет паста точечная для локального нанесения на воспаление. Если у вас, в принципе, прыщи подкожные, такие глубокие, нарывающие. Если у вас периодически, там, раз в месяц бывают какие-то высыпания гнойные, я имею в виду прыщи такие, да, именно связанные с гормонами, гормональные. Что это за штука? Это паста, которую нужно наносить, ну, можно палочкой ватной, лучше каким-то, ну, палочкой какой-то, знаете, крем наносить вот чем-то таким пластиковым. Это такая густая паста, я ее трогать сейчас не буду, потому что ее очень трудно стирать, ну, с рук смыть. На основе этот комплекс глины и ихтиоловая мазь, по сути, вот ее консистенция – это ихтиолка. Можно купить, в принципе, в аптеке, конечно, ихтиоловую мазь. Но, короче, у кого такие прыщи капитальные, которые, либо, знаете, долго сидят и очень сильно болят, вот это средство меня всегда спасает. Сейчас я им редко пользуюсь, но когда-то, когда мне очень сильно обсыпало лицо, именно гормональными такими прыщами страшными, именно больными, вы намазываете каждую ночь вот это средство перед сном. Оно иногда стирается в подушку. Ну, лучше, короче, аккуратно спать, чтобы оно не задевало ткани какие-то или не жалко было наволочку, да? Оно стирается, но если засохнет, проблематично может быть. И это средство, вот эта ихтиолка, она вытягивает вот это все, вот этот прыщ. То есть, либо если он в такой стадии реально надействует, практически с первого раза именно вы изменения почувствуете уже на утро, 12. Если дома, там, например, не на ночь, вам никуда выходить не надо, штука просто довольно-таки липкая, наносите, ходите дома. Чем больше держите, тем лучше. Если прыщ такой легенький, он быстрее пройдет процесс воспаления, нагноения, быстрее прыщ пройдет. Если такой глубокий, плотный, подкожный, то эта штука его либо рассосет вообще, потому что это ихтиолка рассасывающая, у нее эффект, либо наоборот он быстрее созреет. То есть, ну, вот этот процесс болезни вашего прыща, страдания, будет, ну, раза в два быстрее. Это не за один раз его уберет, но в два раза быстрее. То есть вы бы неделю так ходили, да, с прыщом этим несчастным, каким-то глубоким, больным. А это средство вам поможет за 3-4 дня с ним справиться. Вот. Покупала в Литуаль на сайте, заказывала давно, она очень медленно, плохо расходится, много его не надо, я его вообще практически сейчас не использую. Но если какой-то минимальный прыщик у меня на лице такой глубокий, я чувствую, что там болеть начинает, я сразу наношу это средство, хожу там 12 часов, и оно либо рассасывается, либо быстрее происходит процесс вот этого воспаления, и прыщ этот проходит, ну, сам собой назревает быстрее. Покупала на сайте Литуаль, у них бывает часто весной, летом акция 1+1, то есть одно средство берешь по полной цене без карточки, и второе такое же можно взять в подарок. Вот я взяла две банки, одно мне еще сейчас закрыто, это только начатое. До этого одну банку я использовала года 3-4, может быть. Вот у меня их теперь, ну, это уже третья, считай, банка по счету. Вот кто, у кого дети, например, подростки, да, или там у вас кузены, кузины, или вам надо, я посоветую, это отличное средство. Оно не супер там лечит что-то, но оно действительно помогает, и просто меньше боли и короче срок вот этого прыща, короче говоря, быстрее вы с ним справитесь. Классное средство, просто я не видела, чтобы об этом в интернете особо говорили, подсказала мне его девушка-консультант однажды в Литуаль, когда я первую банку купила, я решила попробовать. Но оно, кстати, недорогое, 1000 рублей стоит, раньше оно вообще стоило 700, что-то вот потом доллар, когда поднимался, дороже стало, и сейчас, наверное, 1300, может быть, рублей. Но вот эта штука, она, кажется, маленькая банка, но ее на несколько лет хватит, это очень тягучая такая смесь.
Ну, короче, кого надо, надеюсь, я вам чем-то помогла. Так что расскажите мне про ретиноиды, что, собственно, они должны делать, какой эффект должен быть. Я эффект не заметила. Вот мне вот этот крем очень нравится. Вообще классный. И вот эта умывалка супер. Я с удовольствием повторю. Как вы проводите свой карантин, девчонки? Расскажите о косметике, что-то новое интересное. Декоративку думаю покупать, новую что-нибудь. Ни к чему душа не лежит, знаете. Все есть, всем пользуюсь просто. Вот. Так что нового особо не покупаю. Но все равно летом, конечно, я что-нибудь прикуплю. На Кульбьюти где-нибудь какой-нибудь следующий гудибэг закажу. И видео косметики все равно будет. Жду ваших комментариев. Скоро увидимся. Спасибо за внимание. Всем пока.